мен айтам, мен ешкімнен жаным артық емес. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Я Жексебаев Асхат, гражданский активист. В данный момент нахожусь в поселке Талапкер, близ Астаны. 8 числа, 8 августа, мы силами всех гражданских активистов хотим пригласить всех казахстанцев на Ас-Дуға, на территорию нашего, как говорится, Асара. Вот, поэтому всех приглашаем, ждем вас всех, всех казахстанцев без исключения. У нас нет такого понятия, как кто-то кого-то делит или еще что-то в этом духе. Мы приглашаем всех людей, которые хотят быть здесь, на Асаре, которые знали Дулата, которые видели его репортажи и которые понимают, что именно хотел наш брат Дулат. Да? Поэтому здесь на данный момент находятся активисты, простые граждане со всего Казахстана. Вот сейчас вот съезжаются по одному, по два человека. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Поэтому мы вас всех ждем 8 числа на Асар. Алга, Казахстан, алга, Кочер.